Дзіцячы футбольны турнір «Кубак дваран» стартаваў у Магілёве. 10 каманд, а гэта пераможцы сваіх мікразон, змагаюцца на стадыёне «Лакаматыў». Дружыны згуляюць на групавым этапе, пасля чаго мацнейшыя працягнуць барацьбу за медалі. За кубком сочыць Ілля Собалёў. Это наша вся команда, мы с самого детства играем, с самого садика уже гоняли мяч и выиграли на многих турнирах. Справиться с таким зладжаным коллективом суперникам будет складано. Разом с этим юным футболистом гуляют его брат и лепшие сябры. Еще тыдень тому боротьбу за трофей вяли 25 команд. Зональное споборництво вызначили 10 лепших. Мы тренировались немало. Когда мы играли отборочные, были, конечно, тяжелые команды, но мы держались. И в нападении, и в защите, и вратарь был хороший. Кубок двора не обмяжуется только гульней. Команды чекают споборництвы по физичной подрыхтовце и технице футбола. До речи, у наступном годе умовы турниру крыху изменится, и он поширит географию. Будут разосланы приглашения городам-побратимам, так что в следующем году будем надеяться, что Кубок двора станет уже международным турниром. Пераможцы и призеры Кубка двора станут вядомыя у четверг. За перспективными хлопцами уважливо назирают профессийные тренеры. Илья Соболев, Александр Тарасов, «Новини регион».